Судьба приложила свою руку, и кубик брошен. Я знал, что это дитя сыграет свою роль так или иначе. И кажется, Габриэлю пришла настоящая помощь. У голема, который защищает девочку, есть что-то, что очень пригодится в конце. Что-то непредвиденное. Мой дорогой друг, я вижу твою судьбу, и она ужасна. Но я верю, что все произойдет именно так, как я желаю. Тысячелетиями город был наполнен жизнью. Он был святилищем магии, мудрости и гармонии. Эти люди и были создателями кристаллов, которые ты уже видел. Они не нуждались в армиях для защиты, поскольку могли противостоять любой угрозе. Так было, пока не появились оборотни. Затем баланс изменился. Тролли, гоблины, гремлины! Кошмарные существа осаждали город днем и ночью. Многие бежали, другие использовали оставшиеся силы, чтобы создать огромных титанов для борьбы с захватчиками. Битва длилась веками, пока здесь камня на камне не осталось. Никого не осталось. Те, кто не пал в битве, были захвачены и истерзаны. Мой отец был один из последних. Он спрятал меня. И сделал темного рыцаря моим защитником. После этого мы долго были в бегах. Титаны пережили своих создателей и остались здесь, чтобы сражаться до последнего с превосходящим противником, пока даже они не пали. Все, кроме одного. За этими дверями стоит последний из титанов. Только через эту дверь можно попасть в святилище темного владыки. Нам нужно будет одолеть титана, если мы хотим продолжить наш путь. Дверь можно открыть только силой кристалла. Тебе нужно найти 4 осколка, чтобы создать целый кристалл. Мы будем ждать тебя здесь, пока ты их собираешь. У нас нет времени, Габриэль. Найди места, где растут осколки кристалла. Места, где растут осколки кристалла, окрашены пурпурно. Тебе нужны 4 осколка, чтобы создать один целый кристалл.
нашел осколок кристалла. Нам нужно еще три. Нужно найти еще три осколка кристалла. Ты нашел еще один. Нам нужно еще два. Помни, нужно найти еще два осколка кристалла.
Джонни, нужно найти еще два осколка кристалла. Помни, нужно найти еще два осколка кристалла. Нужно найти еще два осколка кристалла.
Отлично! Остался всего один. Отлично! Теперь возвращайся сюда и не трать кристалл впустую, иначе придется искать новый. Титан ждет тебя за этой большой дверью. Похоже, эти статуи здесь не просто так. Я думаю, что эти статуи можно повернуть каким-то образом.
Хорошая работа, Габриэль.